Башкирский класс под патронажем гимназии-интерната Уфы открыли в Сургуте. Сделать это удалось благодаря грантовой поддержке главы Республики Башкортостан. Язык, историю и культуру родного края будут изучать 25 югорчан. Эту работу башкирская диаспора Сургута проводила и раньше собственными силами. Вот только в прошлом году успехи детей заметили земляки. После визита в город решили, школьникам и взрослым в их стремлении нужно помочь. Теперь юные сургутяне занимаются по учебному плану, книгам на родном языке и под контролем именитых педагогов. Уроки башкирского проходят дважды в неделю на базе школы номер 25. Кабинет городские власти предоставили безвозмездно. Это очень большая помощь для нас, общественников, в плане того, что часть оплаты учителя взяли на себя, часть взяло Дом дружбы народов. То есть мы сейчас не переживаем, что нам нужно найти на аренду зарплату учителю, что нам нужно какой-то материал искать, и чтобы мы правильно обучали детей, потому что программа меняется, книги пишутся как бы другого плана.